Четвертая серия маршрута Москва-Крым. Сразу хочу предупредить, убавьте или полностью отключите звук, потому что в эфире ненормативная лексика в общении дальнобойщиков на 15-м канале. Многочасовая пробка вызвала вот взрыв эмоций. Специально не выбирал эпизоды, просто фрагменты, какие попались как бы под руку. Далее отвечу на сообщения, прокомментирую те сообщения, которые поступили к этому часу. Ну и о своем визите в компанию Datacam. Назвать движением. Очень сложно. Значит, полностью стояние в пробке размещать не буду в этом видео. Просто можете посмотреть по времени, сколько это заняло часов. 5 часов, не менее, 5-5,5, сказать трудно. Просто вашему вниманию будет предложено начало и окончание стояния в пробке. Должен сказать, что эта пробка не единственная. За ней будет еще чуть дальше часовая пробка. И это будет не последнее. Будет еще и третья пробка, но там минут 20, наверное. Это я влез со своим. Пробки сжег третью часть бензобака. Полностью это видео будет размещено на аккаунте Видеодорог 2. Там, значит, будет без ускорения с оригинальным аудио. Кому интересно, значит, на видеоаккаунте, на аккаунте Видеодорог 2 это видео полностью без ускорения с оригинальным аудио будет размещено, ну, попозже. Вот тут, да, и много Путина.
В общем, вот такие разговоры примерно 5 часов в эфире. Вот в пробках всегда возникают такие споры, баталии, разговоры. Вот так как-то. Наконец-то вырвался из пробки. Впереди пост ДПС. Ограничение 60. Так, сразу начну отвечать на сообщения. Логин «Прогресс индустриальный». Перед поездкой по М4 полезно почитать и дает ссылку, много полезного. Я по этой ссылке прошел. На самом деле рекомендую всем, кто отправляется в сторону Крыма по М4, то вот прочитайте комментарий «Прогресс индустриальный» в видео. Видео «Москва-Крым» серию, сейчас пока не могу сказать. Я прошелся. Очень интересная информация. И я думаю, кто с семьей собирается в дальнюю поездку по М4, то обязательно зайдите пройдите по этой ссылке и посмотрите информацию. Я думаю, будет очень полезно. Так, Максим Романов пишет: отличная серия, полезна для будущей поездки. Ну, я рад, что это видео вот может пригодиться в дальних поездках. Так,
Далее. Александр, 7-й логин, пишет: в Яндекс.Навигаторе в настройках есть опция избегать платных дорог. Вы ее забыли включить, наверное. Ну, я ответил, что пользовался этой функцией, но надеялся, что с трассы М4 смогу уйти на бесплатный участок, но это получилось не сразу. Прогресс индустриальный пишет: такое впечатление, что совсем без навигации ехали, все время останавливались и смотрели карты. В Воронеже выехали не туда, прямо на пункт оплаты. Там уже объезд был совсем чуть-чуть близко. Ну, так вот получилось, что я могу сказать. Так, далее логин «Прогресс индустриальный» пишет: в незнакомых местах с Яндекс.Навигатором езжу так. Скачиваю дома нужные области, в настройках включаю ночной режим, 3D, вид автомасштабирования, включаю север всегда наверху. Сам выбираю нужный маршрут и вижу, где я конкретно еду и куда хочет ввести навигация. И другие предложенные маршруты, которые Яндекс.Навигатор предлагает на выбор. А дальше я сам выбираю, по какому маршруту поеду. И еще заранее ставлю промежуточные точки, чтобы Яндекс.Навигатор прокладывал маршруты именно через них. И добавляет далее. Забыл, ориентация смартфонов исключительно вертикальная. Мне трудно планировать заранее место остановки, место привала, потому что, ну вот как в данной ситуации, пробка на пробке, потеря, огромное количество потери времени. Поэтому останавливаюсь тогда, когда уже совсем стемнело, или уже чувствую, что карты памяти Датакама уже заполнены. Ну вот, все успокоилось, все угомонились, но ненадолго. Так, продолжаю отвечать. Александр, 7-й логин, написал: по катушке по городам, я думаю, лучше снимать видеорегистратором, который указывает на картинке название улиц. Ну, я это понял, сообразил слишком поздно, когда уже въехал. Вот так вот получилось. Но я снимал на видеорегистратор, который стоял на заднем стекле. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. На заднем стекле. Ну, буду тоже размещать это на втором аккаунте. Думаю, ну, может быть, у кого-то вызовет интерес, можете посмотреть. Но это будет, наверное, гораздо позже, потому что нужно заканчивать. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Москва, Крым. Маршрут пройдет по побережью, не по трассе Таврида, а которая строится, а по побережью, по серпантину. Я думаю, очень интересно будет, потому что съемка велась как на переднюю, так и на заднюю камеру. Так, я уже, откровенно говоря, запутался на некоторые комментарии. Я ответил не на том видео, ответил на видео Москва-Красноярск. Вот так вот. Да, часто останавливался, сверял. Я настраиваю навигатор на короткие промежутки, чтобы оперативнее работал процессор.
И то даже в таком случае, ну, видно будет, кто будет смотреть полное видео на втором аккаунте, то видно, как глючил, тормозил. Как тормозила система навигации. Ну вот в этой поездке решил проехать через города. Через Воронеж до центра доехал, и потом взял курс, вернее, до Липецка, потом взял курс на Воронеж. Потом заехал в Воронеж, по пригородам, по окраине Ростова-на-Дону, ну, чтобы было максимально интересно смотреть видео. Повторю, что видео снимал по городам на два видеорегистратора, на переднюю и на заднюю камеры. В этой поездке у меня возникли осложнения с датакамом, о которых я расскажу чуть позднее. Так, возникли проблемы с навигатором, ноутбук не видел на привале, подключенный датакам. Пришлось воспользоваться, у меня был резервный картридер, через картридер перегнал видео на внешний жесткий диск. Слава богу, видео сохранились, и с ними ничего не случилось. Вот, то есть в полном объеме все видео было перемещено. И позвонил в техподдержку, мне предложили по возвращению в Москву. По возвращению в Москву посетить техподдержку. Приехав в сервис-центр Датакам, очереди не было, вообще никого не было. В сервис-центре очередей не было, я был единственный. Должен сказать, что без проволочек тут же мне поменяли материнскую плату, заменили аккумулятор. То есть сервис-центр создан для людей. Не люди для сервис-центра, а отношение очень такое теплое, нормальное, с пониманием люди отнеслись к этому. И без проблем мне все это сделали. Ну, теперь надо будет проверить Теперь нужно будет проверить в поездке, как поведет себя гаджет. Основные критерии, по которым я выбирал на видеорегистратор, это... Меня что прельстило? Основные критерии, которые мне привлекли мое внимание, это то, что в видеорегистраторе Datacam 6 Max это наличие двух слотов для карт памяти, они рассчитаны на 256 гигабайт каждый слот, но в наличии, к сожалению, не было 256.
гигабитных карт, взял 2 по 128. Это одна из причин выбора этого видеорегистратора. Вторая, то, что есть, как его назвать-то, поляризованный фильтр, который здорово помогает отстраиваться от помех, свет от бликов и так далее. И то, что на магните питание, на магнитной такой присоске легко снимается, легко ставится. На Акиноре, к сожалению, эта функция, такая функция отсутствует, и уже разболтался USB-разъем, и возникали проблемы. Пришлось в Акиноре хомутиком привязывать этот кабель. Так, продолжаю отвечать на комментарии, на сообщения. Логин Вячеслав Ник спрашивает, что за модель регистратора? Модель видеорегистратора Datacam 6 Max. Впереди мобильный пост ДПС. Критерии отбора я уже сказал. Вот, ну а картинку можете наблюдать сами. Есть возможность настраивать качество картинки, но у меня стоит самое высокое, 40 мегабит в секунду. Вполне достаточно, чтобы на большом экране телевизора смотреть это видео без искажений. Трасса М4 Дон, направление маршрута в сторону Крыма. Трасса М4 Дон уже хорошо прокомментирована многими водителями. Плюс ко всему я вот говорил про ссылку, которая была любезно предоставлена пользователям. Ну, прогресс индустриальный, у него логин, можете пробежаться по видео Москва-Крым, найти его комментарий, где он дает ссылку на полезный ресурс по трассе М4 Дон. Кем-то по телефону разговариваю. С кружевами. Движение очень слабое, еще не сезон
отпусков, поэтому моряков, как дальнобойщики называют курортников, должен открыться со дня на день. Впереди мобильный пост ДПС «Контроль скорости». Ограничение 90. Пробки кончились, и баталии политические тоже в эфире пропали. Так, иногда реклама, иногда пару фраз обменяются, пару фраз дальнобойщики. А так тишина. Ну вот, и вторая пробочка. Здесь, наверное, вырезать ничего не буду. Тут она на 40 минут. Правая сторона свободна, обочина. Ну, там летят машинки.
Опять начались баталии геополитики. Я остановился, желаю.
День пробок. День пробок. Полпути потеряно. Да. Блять. И туда, и туда, блять.
долларов, блядь, и евро, нахуй. Побегай, блядь, вот так вот, заебился за такие деньги. Ну вот, потихоньку. Потихоньку. Вырвались. Трасса М4 Дон, направление Ростов-на-Дону. Не, ну сто пудов по салону будет шариться, пока ты даешь ему прикурить. Ты же не будешь закрывать каждые 5 секунд салон. День заканчивается, заканчиваются карты памяти, я нифига не проехал практически, что-то порядка 400 километров всего.
кручение 90. Yeah.
Ну, совсем немного осталось. Сколько? Порядка 10 минут, наверное. Меньше 10 минут. Заранее скажу, что остановился на ночевку на строящейся новой заправке. Магазины еще не сдали в эксплуатацию, магазин еще строится. Вот. Но место хорошее. Место хорошее, спокойное. За ночь заплатил 100 рублей. Комаров, кровососов, ничего не было. То есть место для ночевки вполне приемлемое. Единственное, что только бензин. Ну, меня ограничивает объем карт памяти в основном. Ну и время суток. Так, ну осталось проехать до привала 20 с небольшим километров. И остановка на привал. Заглючил у меня датакам, почему-то отключился, непонятно почему. Сейчас заеду. Справа будет стоянка кратковременно. Так, на привал остановлюсь, по-моему, за Ростовом.
Тут я ошибся, по-моему, в комментариях. Да, остановка будет за Ростовом. Но это уже будет в следующей серии. Немножко просчитался. Так, сейчас сверну на трассе будет магазин, там стоянка такая небольшая, площадка перед самым Ростовом, перед городом. Причину сейчас уже не могу вспомнить, или навигатор заглючил, или датакам. Но судя по тому, что съемка идет вроде бы нормально, но не помню. В общем, на этом комментарии свои заканчиваю этой серии. Самому интересно узнать, что случилось. Ну все, комментарии заканчиваю.